Две трассы уже позади у нас. И впереди... Так, впереди у нас Приморск. Приморск — это уже что-то посерьезней. Вот он прямо. Поехали. И вперед. Так, ребят, обратите внимание, первая гонка, где нам дали груз. То есть, ну, можно сказать, что до этого все была практика, да? А здесь уже все серьезно. Все намного серьезно. Теперь мы с грузом. Так, пусика, раз, обошли, отлично. Аккуратно, блин, они, конечно, ребята, очень агрессивные. Тут с этим не поспоришь. Интересный, конечно, такой ночной город. Опа. Куча рекламы везде все в огнях. Да, конечно, 1С она очень хорошо в свое время заработала, сдавая эту игру на рекламе, я имею в виду, потому что везде она, смотрю, и Coca-Cola, и Siemens, и Kodak, и чего только нету, и себя успела прорекламировать. Молодец на самом деле. Фото он. Так. Эту трассу, ребят, честно говоря, тоже так смутненько помню. Тут, кстати, очень много всяких извилистых путей, поворотов. Ува, аккуратно. Машинка слушается нормально. В аркадном режиме играть можно. Вполне можно. Так, это вот вид из кабины. И, честно вам скажу, вид из кабины в некоторых случаях намного даже поприятней. Опа. Так, обойду я его на этом повороте. Road Dragon. Дорожный дракон. 1S.ru. Интересно, сайт сейчас также называется их. Слушайте, блин, я помню вот этот эффект с затемнением трассы, когда вот так вот реально по ночной трассе едешь. Вид из кабины здесь самый обалденный. А вон еще Porsche реклама. Опа! Да, вот это называется самое, что ни на есть, суровые будни, серые суровые будни дальнобойщика. Ночная трасса, вдали огни, а ты едешь в кабине, играет какая-нибудь музычка типа рока, да? А ты везешь груз до точки назначения. Вот это супер. Такая вот атмосфера работы дальнобойщика. Так, что у него? Wild Bull написано, да, на кабине? Дикий бык. Так, интересно, сколько нам еще ехать? Опа, извини, братан. Так. Ну, мы нормально держимся, в принципе. Машина легенькая. Проворная такая, хоть и разгоняется намного хуже, чем другие, но все равно. Опля, Приморск. Въехали в населенный пункт. Так, а вот куда ехать, налево или направо? Опа, ну я так понимаю, сюда. Только где здесь база? Был значок база. Так, сюда нам точно не надо. Так, нет, ребят, мы походу базу проехали. Честно вам сказать. А где наши орлы? Они уже уехали туда, да, укатили? Да, вот они уже все приехали. Немножко я проехал базу, но ничего. Мы финишировали, товар принят. Замечательно. Окей.